400 метров над уровнем моря начинается пояс произрастания крымской сосны. И вот этот лес от нас с правой и с левой стороны называют сказочный. Вот Александр Роу здесь и снимал свои сказки известные. Домик мы с вами сегодня уже видели. А вот здесь в этом лесу бегала красная шапочка, грустила Варвара коса, длинная коса. Карабас-барабас обматывался бородой вокруг одной в одной из сосен. Также Морозко тоже снимали здесь. Сегодня уйдем на девушку.